Модульные ФАПы на селе вместо аварийных. Региональные парламентарии обсудили на профильной комиссии состояние и качество новых здравпунктов, которые будут установлены в селах округа. Информацию по теме вопроса депутатам доложил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Павел Масюков. Вопрос замены аварийных фельдшерско-акушерских пунктов в селах округа на новые здравпункты поднимался на заседаниях профильной комиссии не раз. Планируется в текущем году поставить 12 фельдшерских облачно-модульных зданий, фельдшерских здравпунктов, населенных пунктов. В настоящее время все 12 пунктов доставлены на территорию округа. Из них только 3 пока фельдшерских пункта не подключены. Однако новые здания не пришлись по душе местным жителям. Более того, вызвали обеспокоенность. С состоянием дел в этой сфере депутаты ознакомились во время поездок по муниципальным образованиям, где уже были установлены новые фельдшерские здравпункты. Жители сел остались недовольны качеством и прочностью этих конструкций. Мы живем в 21 веке, поэтому хотелось бы, чтобы наши жители наших сел, деревень, могли пользоваться более современными здравпунктами, чем, извините за выражение, вот этими контейнерами. Оказалось, что изначально речь шла об установке 9 модульных зданий, но проекты требовали большего вложения денег и времени на установку. А это не соответствовало требованиям национального проекта, в рамках которого происходит замена здравпунктов на селе. Речь шла вначале о 9 ФЗП, не 12. То есть была подготовлена проектно-сметная документация по строительству капитальных зданий. Но потом было впоследствии при одном из совещаний было принято решение о том, что строить, ну, так сказать, стоимость строительства по этому проекту получалась высокая. То есть и сроки по строительству были бы затянуты в соответствии. То есть мы могли бы не выполнить условия соглашения по установке данных ФЗП, поэтому руководством было принято решение о рассмотрении возможности поставки именно блочных модульных зданий. Жители Андига, например, волнует вопрос подтопления нового ФАПа, так как здание находится в опасной зоне. Кроме того, территория неблагоустроена. Пожилым пациентам добраться до здравпункта будет затруднительно. Жители поселка Андрама считают, что установка модульного здания ФАПа недостаточно проработана. В частности, нет подключения к водоснабжению и системе канализации. Что касается Андрама, у нас с учетом сжатых сроков подключения, ну, то есть вообще поставки, да, то есть мы понимаем, что если мы сейчас только поставили ФЗП в Андрам, ну, то есть не так давно он поставлен, сейчас только записываем, то только сейчас мы могли бы подключать еще к системе теплоснабжения. Мы могли бы просто не успеть в этом году. По итогам встречи депутаты попросили профильный департамент представить всю техническую документацию по модульным объектам и указать срок службы ФАПов. Рассмотреть возможность подключения к системе отопления и водоснабжения в модульном здравпункте в поселке Андрама. К этому вопросу парламентарии вернутся на следующих заседаниях профильной комиссии. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».